ожидается большая производственная программа. Она сформирована с большим ростом по отношению к прошлому году. Ожидаем мы примерную программу в объеме 3,5 миллиона тонн грузов. В основном это направление Красноярск-Дудинка маршрут. Здесь мы привезем порядка 2,5 миллиона тонн. Это реализация инвестиционных проектов предприятий группы Норильского никеля, Черногорская ГРК, реконструкция города Норильска и прочие инвестиционные проекты.